Так, у меня сейчас закон романтика, в смысле звуки города. Ничего поделать не могу, ибо не видно будет и вообще, и жарко. Так, мне пришла диспосылка от Scrapmoney. Это все в рамках грядущего СП от Hobby Time. Капли на стекле. Вот. Вы знаете, отдельное, конечно, прям, я не знаю, удивительное такое. Такой удивительный момент из этой всей диспосылки. Это ножи от Scrapmoney. Дело в том, что я сейчас состою в дизайн-команде Hobby Time и использую ножи, понятное дело, от Hobby Time. Вот. Но тем не менее, Наталья, хозяйка бренда, да, Hobby Time, все-таки согласилась, чтобы прислали ножи, ну, получается, конкурента, да. Вот к вопросу о том, что, да, ну, как вот люди не боятся, да, вот такого, ну, как бы, по идее, как бы это, ну, как-то, ну, странно такое увидеть, да, но тем не менее. Я, конечно, буду этим ножиками пользоваться, но это будет вне рамок этой ДК. Но спасибо. Ножички классненькие. Ну, у каждого бренда свои какие-то особенные ножи, поэтому... Ну, короче, удивительный момент. Вот. По поводу всего остального, у нас тут должны быть новинки. Так, у нас тут еще есть блокнотик. Обычно такие в подарок прикладывают в заказы, я знаю. Котейку. У меня, по-моему, из этой серии какой-то был. Тоже такой классненький. Так, у меня коллекция «Каникулы в Париже». «Каникулы в Париже». Коллекция эта не новая, но, тем не менее, у меня такой нету. Очень такая интересная вещь. Сейчас посмотрим. Так. Традиционные вот такие флажки классные. Флажки, карточки. Меняются только принты. Цветовая гамма. А так в каждой коллекции такое мы наблюдаем. Так. Первый лист. Вырезалки. Согласно размеру, они такие вот маленькие. Мне миниатюра нравится прям. Да, и ножи, я так понимаю, прям вот тоже очки смотрю там. Такое необычное сочетание, да, цветы, черные. Я помню, кто-то обозревал и говорил, что удивительно, что это «Каникулы в Париже», а больше это тянет на какое-то руссконародное что-то, на хохлому. Ну, реально похоже. Прикольное такое сочетание. Так, далее, что у нас еще? Из этой же коллекции, я так понимаю, у нас высечки. Я не помню, по-моему, у меня в Scrapmoney высечек вообще не было никогда. Насколько я помню. Thank you.
Так, еще у нас тут карточка в тему. Тканевая такая. Прикольная. Чип тоже в тему коллекции. Фишки, конечно же. Ну, прям хохлома, реально, да, похоже. Так, и у нас тут вырезалки. Как, насколько я помню, должны были быть какие-то из новинок, что ли, которые как раз и пойдут, скорее всего, в тему нашего СК. Уютная осень. Такие вот карточки. Так, веточки с листиками. Так, уютная осень у нас, обратки такая. Вот из другой коллекции листики. Однажды летом. Нарциссы. Так, это из Фономикса, насколько я помню, да. Ноты. Ничего, классные. Яркое ретро. Поздравляем. Тоже такая универсалка. Две штучки. Поздравляем в зеленом цвете. Так, это у нас, по-моему, дембельская тема. Ну, дембельская я, кстати, планирую. Очень даже в тему будет. В коллекцию. Добавим. Так, и тут у нас еще есть вырезалки. Тоже в тему Парижа. А, были у меня такие, я вырезала картинки. Пойдут дополнительно. Вот еще. Такие. Тоже из этой серии. А эти листики у меня есть тоже в коллекции. И, по-моему, уже по два листа точно есть. Я уже все повырезала. Еще буду. Нижние цветы. Это земляника у нас, да? Ягода. И смородина. И часы. Тоже классные. В общем, вот такая вот посылка. Интересные вырезалки. Очень интересные, очень вдохновляющие. Обязательно применю их в работе. И не только в рамках ВСП. Тут намного работ хватит. Растянуть это все богатство. Даже если не растягивая, а обильно используя этот материал, можно сделать не одну работу. В общем, спасибо Скрапмане за такой подгон. И ожидайте в ближайшее время работы вот из этих вот материалов. Так, ну, такая вот красота.